Еще видео на SmackDown vs Raw 2008. Ну, честно, вот еще раз скажу, что такие замечательные здесь саундтреки. Замечательные просто. Такие песни, блин, ну просто зачет. Вот эта песня, так вещь, мне очень нравится. Я даже включу погромче немножко. Извините, что я буду напевать, но нравится очень мне такие вот песенки. Так, я хотел взять Extreme Match, Extreme Rules. Сразу хочу сказать, что я не очень крут в таких боях, особенно в этой части. Тут возможности классные, я как-то можно поставить стол на стол, но у меня все никак не получалось. Но это, видимо, только те чувачки могут делать, которые с триггером хардкордовский. Ага, то есть вот так вот даже. То есть, ну, Сабу можно было взять, попробовать что-то там. Но я лично уже не помню, поэтому не очень хочется... вот, Рэнди Ортона возьмем. Я не очень хочу сейчас просто долго разбираться. Хотя там возможности тоже неплохие были. Не знаю, в общем. Можно было бы показать, но вот единственное, что эти чувачки, они ничего не могут делать, которых нет этого триггера, хардкор, там, где стульчик нарисован. Они не могут там поджигать вроде бы стол, там, ставить тоже стол на стол, разбивать два стола. По-моему, они этого все не могут. Хотя я как никак не мог расчехлиться, как это делать. Ну, давно еще было. Вот. Шейн Макмен. Мне нравится Шейн Макмен. Сразу скажу. Я очень недоволен тем, что Макмехан вот сейчас не появляется, младшенький. Потому что мне нравится. Он как рестлер и как каскадер вообще нереально крут. Блин. Такие бои там, матчи были с Куртом Энглом и вообще там с Кейном. Там множество и всяких таких там именно зрелищных. Андертейкер его постоянно частенько мял, там столы об него разбивались. Ну, короче, блин, каскадер, наверное, один из таких запоминающихся. Ну, классный мужик, короче. Мне очень нравится. Но все его, видите, бу, фука этого, видимо. И, да, в 2008 или 2007, когда игра выходила, он еще был там, по-моему, типа плохим меном. И вот Рэнди Ортон. Еще старая песенка его. Сейчас он так вот руки поднимет. Блин, мне так нравится. Такой молоденький, молоденький. Ага, вот так вот. И тут такие фейерверки, салюты, блин, классно. Дождик или как это называется? Ну тогда он, Рэнди Ортон, конечно, был здоровый такой мужик. Сейчас он немножко похудал. Видимо, это так задумано было. Вот он вот тоже вот бывает так дергается, видите? То есть вот так вот тоже баги есть все-таки. Напор. Только что видели, что было. Подтормозил так выход Рэнди Ортона. А отличительной особенностью, кстати, 2007-го... SmackDown vs Raw. Там можно было за ринг выходить, и там есть было специальное место, где можно было подраться, где стояли столы, стулья. Я тоже, как будет время, покажу седьмую часть, потому что она очень классная. Также шестая есть, но шестую я там начал шпилить, как мне советовали. Там, конечно, тяжело. Но она хороша этим, что тяжело играть. На нормале даже я играл, и Юджином проиграл Вильяму Регалу. Вильяму Регалу. Я называю его Вильям Регал. То есть Вильям Регал. Я ему тогда проиграл, но приемы там классные за Юджина. Я очень был доволен Юджином. Она похожа на 2007-2006 часть. Ну, ладно, я как-нибудь покажу. Также там Shut Your Mouth просили сделать, но пока что нет желания и включать его. Ну, как появится желание, так сразу и включу его и запишу видео.
Он такой больше на SmackDown 2, похоже на PS1. Что это было? Мне опять нужно Control Tab выставлять, извиняйте. Я когда-то запарился уже их выставлять. Ну ладно. А, вот что может делать Рэнди Ортон. А, не надо, не надо. Ты что-то, Рэнди? Стол сразу? Я вот такой тебе, Шона Майклзовский такой. Аба. Ай-яй-яй, я надеялся, что... Ха-ха, ну я так не долетел все-таки до Рэнди Ортона. Он сейчас будет, видимо, греть меня столом. Ха-ха, я опять промазал. Но сейчас нет, сейчас я не промахнулся уже. Шейн Макмэн, это, конечно, мужик офигенный. Я ничего не могу сказать. Мужик просто нереально крутой. Вот такой вот приемчик. Подленький, подленький, подленький. Да, Privilege Son. Точно. Надеюсь, он сейчас не запрыгнет на стол. Ха-ха-ха, да, запрыгнул. Он сейчас спрыгнет. И что ж будет дальше? Смотрите. Опа, спрыгнул со стола, так смешно. Блин, меня просто забавляет этот спешл его офигенный. Просто нереально офигенный, я считаю. И Рэнди Ортон так не может встать. Тоже мне это нравится, что... Ага, вот такая штучка. Классно. Давай, Рэнди, вставай. Я наваляю тебе. Блин, ну это уже избиение. А, нет, все-таки, видите, можно поджечь. Даже не имея триггера этого хардкордовского. Только это ценой все было спешала. Ну, на стол, давай, давай, попади. Да. Ага, нет, ничего, ничего подобного. Рэнди увернулся. Но я подумал, что на сложности это Legend он бы не увернулся. Но я тоже не лыком шит. Как говорил Николай Фоменко. Да давай это уже, блин. Опять вот такой приемчик. Я уже хочу сделать... какой-нибудь прием неплохой. Ну давай. Появись. О, чудный спешл. Так, поехали. На ринг. И... Ну, сделает он спешл? Нет, он не делает спешл почему-то. Что это было такое? Блин. Ай-яй-яй, он вернулся, к сожалению. Не попал, блин, я пойду на ринг. Или не пойду, видите, он не хочет никуда. Никуда идти. Черт. Ага, вот такой вот neckbreaker сделаем. Ага, видите, что он Шейн устал. Нужно бы постоять, отдохнуть. Ага, вот все, он наконец-то устал. Я сейчас попытаюсь сделать какой-нибудь приемщик об стол. Окей, вот. Раз. Два. И ну же.
Три, только я не это хотел, я хотел сделать ему как last call такой. Да, тут устают чуваки, так что... То есть, нужно было иногда отдыхать. Сейчас такая борьба на столе у нас происходит. И тест так прикольный прорисован. Рэнди ушел куда-то. Но я все-таки достал его. Так, нужен. Отлично. Окей, делаем приемчик Шейна. Такой элбо. Бабах. Замечательный прием. Он сейчас долго бы вставал, но я его закину на ринг. Возьму еще, блин. Хотел взять стул, но, наверное, не буду. Опять детишка. Ха-ха, такой телбо. Перехват. Ну же, давай. Вот такой вот приемчик. Я пойду за стулом, пока Рэнди приходит в себя. Давай, Рэнди. Давай. Вставай. Блин. Баба. Блади, да? Вот что значит блади. И что же это будет? Это будет Аркио. Да. Ха-ха. И шейновский приемчик сразу же. Баба. Черт подери. Ха-ха. Он подставил коленки. Ай-яй-яй, какая досада. Какая досада. Отдай стул, Рэнди. Судья получил. И Рэнди получил. Судья теперь будет долго подниматься. Но так или иначе, я сделаю ему еще один такой замечательный спешл. Бабах! На этот раз я попал. Реф, вставай. Вставай, реф, блин. Target indicators. Давай, реф. Давай, блин, я не могу на тебя переключиться, да? Тупо. Я не понимаю, как тупо. Вот в Here Comes Pain, там можно на рефа переключиться и мочить его всячески. Ну давай, реф, считай, ты же уже поднялся. Давай, 1, 2, 3. Да, блин, да что ж такое, я не понимаю, почему так на Legend-то легко играть. Ну да ладно.